Следующий гель, о котором мы с вами поговорим, это гель, который содержит, помимо алоэ вера, содержит крапиву. Цветочный мед немножко содержит для вкуса и крапиву. А крапива, для тех, кто знает, повторю еще раз, это кремний. Что же такого интересного делает кремний в нашей системе? Вот кремний очень хорошо работает с нашими сосудами и капиллярами. Он делает их эластичными. И когда мы сильно зашлакованы, и наши кровяные тельца не могут пробраться по кровеносным каналам, там, венам, капиллярам, то что происходит? То эти каналы, капилляры, они лопаются. И что получаем мы в результате? Инсульт, инфаркт. То есть, по-хорошему, этот гель Севера, это профилактика таких серьезных заболеваний, и в последнее время они стали очень популярными, как инсульты, инфаркты. За счет того, что присутствует натуральный экстракт крапивы. Ну и плюс ко всему, крапива содержит важные очень ингредиенты, такие как витамины А, С, Е, железо, магний, кальций, гистамин, лютеин и кремний. И еще очень важно, кремний, он является незаменимым для нашего организма, потому что он, он является таким структурообразующим элементом для костей и для нашей соединительной ткани. То есть это очень важно. Укрепляет связующие ткани и стенки сосудов. Он очень подходит людям, которые имеют проблемы с аллергией, с кровеносными сосудами, у которых, ну, как говорят, вот стынут руки, ноги. Это капиллярное кровообращение нарушено. Немеют, да, там руки, устают ноги. Такие вот моменты. Вот здесь именно показан гель Севера. При разных кожных проблемах, экземы, псориазы, угревая сыпь, при астме, вот здесь вопрос был про астму, при астме тоже подойдет очень хорошо именно этот гель. Со всеми проблемами циркуляции крови, атеросклероз, высокое кровяное давление, ну и сердечно-сосудистые заболевания, еще раз я повторю, потому что это очень важно. Ну и, конечно, за счет кремния, даже иногда люди начинают принимать этот гель для того, чтобы профилактировать, скажем так, работу сердечно-сосудистой системы. И говорят, ой, а у меня такие ногти стали хорошо расти, такие крепкие стали, и волосы вроде более такие плотные, здоровые. Вот такой побочный положительный эффект у этого замечательного геля.